на Дворцовой площади, а в нашей импровизированной студии заслуженный артист России, начальник и художественный руководитель Центрального образцового оркестра имени Римского-Корсакова военно-морского флота России Алексей Карабанов. Алексей Алексеевич, с праздником! Здравствуйте! Ура! 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 Ну вот во второй раз главный военно-морской парад страны проходит в нашем городе. Скажите, вот музыка, которую вы играете для парада кораблей, наверняка ведь она отличается от той, что звучит для марширующих парадов? Конечно, это совсем другая музыка. Мы не связаны с маршировкой. И поэтому у нас есть возможность играть музыку, под которую бы войска не пошли. А корабли идут. Сегодня у нас была историческая музыка. Мы начали парад кораблей под гимн Российской империи «Гром победы, раздавайся». Под этот гимн был символом присоединения Крыма. Это одна из самых любимых песен, которую пели в России вплоть до 17 года прошлого века. И сейчас мы вновь продолжаем эту традицию. Годик Петра Первого шел по Неве под музыку гвардейского флотского экипажа. Это тоже история. Прозвучал марш из Петербурга 37 года. И марш всего флота русского. Марш, принятый как главный марш флота указом великого князя Константина Николаевича в 1857 году. И до 17 года он также был главным маршем военно-морского флота. А дальше в нашем репертуаре прозвучали музыка Римского-Корсакова, который был инспектором военно-морских оркестров, и современная музыка. Музыка современных композиторов уже советского и российского периода. И что немаловажно, сегодня у вас особенный день. Сегодня премьера вашей музыки, вашей песни. Возможно, когда-нибудь она тоже станет исторической через 10, 20, 30, 100 лет. Расскажите поподробнее. Это вы по зову души написали песню или приказ пришел сначала, а потом уже зов души? Вообще, песни пишутся всегда по зову души. Вот, но была сначала идея создать гимн военно-морского флота. Я обратился к замечательному поэту Илье Резнику. Вот ему рассказал про марш военно-морского флота. И он начинал со словами: «Смирно, флаг и гюсь поднять, нам компанию нужно начинать». И попросил его включить эти слова в новый текст. И вот этот текст, он за ночь буквально написал новый текст и позвонил мне утром, говорит: «Вот, запишите текст». И он начинает, припев звучит так: «Смирно, флаг и гюсь поднять, и вперед дорогой славный, доблестный, рожденный побеждать, флот российский, флот державный». И вот на эту музыку, в итоге я написал, на этот текст я написал музыку, и сегодня она впервые прозвучит. Но сегодня у меня юбилейный парад. Сегодня у меня прошел 25-й парад на Неве. Всего парадов очень много было. Вот, и в Москве, и в Петербурге, и на Дворцовой площади, и на Красной. Но на Неве это 25-й. 25 это хорошая цифра. Поздравляем вас и с Днем военно-морского флота, и с премьерой вашей песни. Отличного настроения. Мы еще услышим вас и ваших подопечных на сцене. Ну а прямо сейчас на Дворцовой площади Евгений Дятлов. Смотрите и слушайте главную площадь морской столицы России. Одна, на всех и беда одна. Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг. Друга не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится
закон, третий должен уйти. Любимая мной с самых моих ранних детских лет, раскинулось море широко. Сознания нет,
глазах у него помутилось. На миг увидал ослепительный свет. Упал, сердце больше не било. Пропадает, а волны бегут от винта за кормой, и след их вдали. Телеканале «Санкт-Петербург».